Любовь, пришла к тебе и говорю в эфире. Не все услышат этот перезвон. Не все готовы в этом бренном мире принять любовь, что ждет со всех сторон. Она стучится, зазирает в окна, приходит мыслью, душу теребя. Она под микроскопом и в бинокле, она в звенящих капельках дождя. В ребенка смехе, суете старушки, в печи потрескивает языком огня. В дыму струящемся над ветхой избушкой, она в тебе, она хранит тебя». Ведь без любви не может быть вселенной, ее энергией заполнена весна, что пробудит природу непременно от зимнего и затяжного сна. Вся жизнь и суть в любви – это важно, не стоит суетиться и бежать, проблемы создавать и их отважно, затем с гордыней в сердце побеждать. Оксана Камяна, апрель 2023 года.